Украинское правительство ввело цензуру в СМИ на освещение смерти Моторолы. Министерство информационной политики Украины разослало прессе инструкцию о том, как нужно говорить о смерти ополченца. Конкретно в письме сказано, что главное вообще избегать воспоминаний о самом факте ликвидации для того, чтобы он как можно быстрее исчез с информационного поля. Киев хотел замолчать гибель Моторолы, ведь именно украинские власти в ДНР обвиняют в этом преступлении. Павлова не стало 16 октября. Его подорвали в лифте собственного дома. Согласно предварительной информации, в качестве взрывчатки был использован пластид, а бомбу закрепили на тросе лифта.